Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы опять на рыбалке на Русановском проливе. И в этот раз наша рыбалка будет не совсем обычной. Ну, во-первых, сегодня с нами будет рыбачить один из наших первых подписчиков. Его зовут Дима. Дима, еще раз привет. Спасибо, что приехал. И также на этой рыбалке мы будем проводить небольшое соревнование. Смысл этого соревнования будет заключаться в том, что каждый из нас будет ловить на прикормку от разных производителей. Но при этом специфика прикормки будет абсолютно одинаковая. То есть у каждого будет килограмм универсальной прикормки, то есть базовой, и килограмм прикормки на леща. Павел будет ловить на прикормку от компании «Флагман». Дима будет ловить на прикормку от фирмы G-Stream, и я буду ловить на прикормку от фирмы Brain. И, как всегда, начинаем нашу рыбалку с замеса прикормки. Мы подготовили свои рабочие места, каждый приготовил свою прикормку. Начинаем наше соревнование. Старт! Thank you.
Вот и закончился наш дружеский турнир, и сейчас пришло время подвести итоги. Приступаем к взвешиванию. По итогам взвешивания с прикормкой G-Stream Дима набирает 1570 грамм, Павел с прикормкой Флагман набрал 1900 грамм и я с прикормкой Brain набрал 2650 грамм. Все эти результаты вы видели на взвешивании. В таком формате рыбалку мы проводили первый раз, и она у нас получилась достаточно трудовой и активной. Поэтому, к сожалению, мы не смогли снять многие интересные моменты на камеру. Каждый из нас стремился к победе, но в итоге победила дружба. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До встречи на следующих рыбалках.